Казаки всегда стараются быть впереди в воспитании подрастающего поколения, в обеспечении общественной безопасности, в помощи участникам спецоперации. Таманский казачий отдел является одним из лучших в Краснодарском крае. В Славянске на Кубани прошел совет атаманов Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска. Более подробно об этом событии в нашем репортаже. Есть немало событий, в том числе для нашей страны по-настоящему исторических, в которых принимали и принимают участие казаки. Совершенные ими подвиги и добрые дела у всех на слуху. И в общем казачьем ряду достойно продолжают традиции и наполняют свою службу новым содержанием славянские казаки. Они в числе тех, на кого можно равняться. Казаки, принимавшие участие в оказании помощи жителям Туапсе при ликвидации последствий стихийного бедствия, были награждены благодарностями. О работе Славянского районного казачьего общества шла речь на совете атаманов Таманского казачьего отдела. За год численно Славянского рокового увеличилось на 32 казака. Наибольший прирост в Славянском городском казачьем обществе, Кордон, Сербинском, Платовском и Чернеевском обществах. В остальных обществах добавилось по одному 2 казака, в 6 обществах, Забойском, Коржевском, Петровском, Прикубанском, Прорыцком и Кисловом численность не изменилась. Казак силен своей воинской выучкой, готовностью защитить Отечество. Поэтому участие в военно-полевых сборах – важная часть работы. Нам удалось увеличить количество казаков на сборах. Если в прошлом году принимали участие 125 казаков, то в этом году численность составила 253 казака, 191 взрослый казак и 62 юноши казака. Также в лучшую сторону можно отметить теоретическую подготовку. Было подготовлено одно показательное учебное место, руководитель Дмитрий Ильич, и учебные места в полку по инженерной подготовке, тактической подготовке, военной топографии, военно-медицинской подготовке, подготовке по связи, использованию беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях. В ходе проведения военно-полевых сборов Таманского казачьего отдела Славянское районное казачье общество заняло первое место. Атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглый высоко оценил уровень работы славянцев. Районное казачье общество – одно из лучших в Таманском казачьем отделе. Скажу спасибо вам, спасибо вашим атаманам за работу, которую вы проводите. Иван Безуглый говорил об увеличении количественного состава казачьих обществ. Во всех населенных пунктах, в каждом хуторе, станице должны быть казачьи общества. Также он рассказал о предстоящих важных мероприятиях, Дне кубанского казачества и очередных сборах. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».